У меня запись кончилась, я новую включил. Так как он на некотором... 19 минут больше не снимает. Я понял. Здесь проблема вот в чем. Не проблема, а фокус. Хороший фокус. Чем больше вы будете в эту, к этой схеме подключать нагрузки, тем меньше будете платить, вплоть до нуля. А когда будете уходить в минус, то тогда вам нужно будет ставить дома двухсторонний счетчик. Первый счетчик считает, сколько вы потребляете, а второй счетчик будет вам показывать, сколько вы отдали государству и за что вам государство должно платить. И оно должно платить, и оно будет вам платить, поверьте мне. То есть, другими словами, здесь эта схема, она универсальная. Можно сделать так, чтобы экономия была 20%, либо 50%. То есть, вы будете потреблять, допустим, киловатт, а платить, допустим, за 800 ватт. Либо будете потреблять киловатт, а платить с каждого киловатта 50 ватт, либо с каждого киловатта за 20 ватт. А можете не только не платить, но вам это никто не позволит, чтобы вам государство платило. Поэтому а можете сделать так, чтобы уйти в минус, другими словами, сколько бы не потребляли, государство вам будет платить. Поэтому отключился. Это устройство, оно очень технологично, это во-первых. Во-вторых, очень добротно, оно неперегораемо. Оно работает как при любых... Это схема, которую можно использовать. Как при любых минусовых, так и при любых плюсовых температурах. И оно не перегораемо, потому что у меня предусмотрены две защиты, как по постоянному току, так и переменному току. Более того, эту схему можно еще сделать автономной, но на рынок вряд ли пустят. Поэтому я пока не делаю его автономным. Так, тут... Этот закипел, ага. А этот греется. Угу. Это китайский. Ну, китайский сразу чувствуется, он что-то дольше греется. Ну, да. Поэтому мы 800 ватт и скинули на погрешности всякие. Не, мы больше скинули. Ну, киловатт. Мы киловатт с лишним даже скинули. Да. Ну, да ладно, это не важно. Ну, его тоже можно, в принципе, отключить. Где 10 и где 8 киловатт, разница. Потому что он тоже запарил тоже. А, он, кстати, не закрыт был. Да. Вот. Ну, да ладно, не важно. Не важно это. Да. Суть такова. Мы имеем то, что мы имеем. Эти технологии, они реальны, и можно приехать самим посмотреть. И если есть деньги, предложите мне хорошие условия, я буду с вами работать. Все, стоп. Давай посмотрю, запись есть вообще? Пошла за. А, есть. Вот. А ну, концовку попробуй. У меня не перематывается. Не перематывает? Это надо на компьютер, когда скину посмотреть. Это же китайский Philips. Да? Да, они выкупили Philips полностью, 100% акций владеют. Китайцы? Да ты че? Да, Philips. Красавчики. Слушай, она чуть-чуть, наверное, или от лампы. Ну да, ее лампа. С каждого киловатта 50 ватт, либо с каждого киловатта за 20 ватт. А можете не только не платить, но вам это никто не позволит, чтобы вам государство платило. Поэтому, а можете сделать так, чтобы уйти в минус, другими словами, сколько бы не потребляли, государство вам будет платить. Чайник. Поэтому отключился. Это устройство, оно очень технологично, это во-первых. Во-вторых, очень добротно. Этот закипел, ага. А этот греется. Угу. Это китайский. Ну, китайский сразу чувствуется, он что-то дольше греется. Ну, поэтому да. Мы 800 ватт и скинули на погрешности всякие. Не, мы больше скинули. Ну, киловатт. Мы киловатт с лишним даже скинули. Да. Ну, да ладно, это
неважно. Ну, его тоже можно, в принципе, отключить. Где 10 и где 8 киловатт, разница. Потому что он тоже говоря, запарил тоже. А, он, кстати, не закрыт был. Вот. Ну да ладно, неважно. Неважно. Да. Суть такова. У меня запись кончилась, я новую включил. А, так как он на некотором... 19 минут больше не снимает. Я понял. Здесь проблема вот в чем. Не проблема, а фокус. Хороший фокус. Чем больше вы будете к этой схеме подключать нагрузки, тем меньше будете платить, вплоть до нуля. А когда будете уходить в минус, то тогда вам нужно будет ставить дома двухсторонний счетчик. Первый счетчик считает, сколько употребляет, оно неперегораемо. Оно работает как при любых... Это схема, которую можно использовать. Как при любых минусовых, так и при любых плюсовых температурах. И оно неперегораемо, потому что у меня предусмотрены две защиты. Как по постоянному току, так и переменному току. Более того, эту схему можно еще сделать автономной. Но на рынок вряд ли пустят. Поэтому я пока не делаю его автономным. Так, а твой счетчик будет вам показывать, сколько вы отдали государству. И за что вам государство должно платить. И оно должно платить, и оно будет вам платить, поверьте мне. То есть, другими словами, здесь эта схема, она универсальная. Можно сделать так, чтобы экономия была 20%, либо 50%. То есть, вы будете потреблять, допустим, киловатт, а платить, допустим, за 800 ватт. Либо будете потреблять киловатт, а платить...